Вот, ребят, всем здорово. Мы продолжаем записывать ЗЛПху. И это первый голдик в нашей ЗЛПшке. X10 голды. Да. X10. Но сыпет вроде как не X10. Я на молоте, посмотрите. Я на молоте, камон. Не смогу сделать ничего, не смогу, не смогу, не смогу. Ну. Блин. Как я не взял, не знаю, но... Переходим к следующему голду. О, ребятки! Двойная сирена. Двойная сирена, господи. What the fuck, двойная сирена, пацаны. Ну, мы продолжаем. Вот у нас две сирены просто. Камон. Стоп. О, третья! What the f... Ёлкина мать. Ну зачем, мразь? Ну посмотрите на него. Вот ты правильно тебя вынесли. Блин! Мне еще и рез плохой. Давайте, поедем. Тут без нарочки, я на диктаторе. Три гол... Нет! Зачем? Ты тупой. Отлично, пацаны. Ну все. Все, просто. Мразь тупая. Переходим к следующему голду. Пацаны, мы продолжаем. Еще один голдик. Точечка там же, где и был третий. Я вот просто сейчас вот всех фризов буду ливать. Вы не пишите то, что типа я агрис, то, что меня ливают. Ну и я. Потому что посмотрите, вот и я поливаю немножко. Вот эта вот мразь, посмотрите, вот она меня сливала. Ой, не тебя ж хотел, брат. Ты аккуратненько. Вот и все. А, ну ёлкина мать. Ну не по... Еще и он возьмет, папа крут? Нет. Переходим к следующему голду. Так, пацаны, мы продолжаем. Вы, наверное, я сам уничтожусь. Вот точечка, вы, наверное, слышали эту сирену. Вот, мы продолжаем. Ой, респ отличный. Вообще достаточно отличный. Вот ёбаный. Пипец. О, давайте за диком вот этим поедем. Ну, едь давай, быстро. Оп! Ну! Еду! Отлично, просто. Все, пацаны, первый голдик в ЗЛПхе есть. Переходим к следующему голду. Смотрите, я взял еще один. Сразу же, вот, я взял еще один. Зачем? Посмотрите, гром вот эта мразь тупая. Зачем? Вот просто гром, зачем? Камон. Просто топчик. Пацаны, вот вы видели, что сейчас со мной было? Вот этот гром М3, он вот вроде М3. О! Читак сразу покинул, вроде как. Ну ладно, поздравляем этого чувачка и переходим к следующему голду. Так, мы продолжаем, ребятки, у нас голдик. Бить я, сорян за бомбеж на тех голдах. Бить я никого не собираюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, все, я запалил точечку. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, зачем? Это тот гром. На нафиг его вынесли. Так-то и надо. Эй! Ну, викинг! Ну, ёлкина мать! Викинг всем помешал. Все, переходим к следующему голду. Так, ребятки, мы продолжаем. У нас очередной голдик. Так, точечку я уже заметил. Погнали вот сюда.
Это мразь, вот это вот. Даже не знаю, самоуничтожаться или нет. Вон она, тыковка летит, в принципе. Блин! Вот если б не этот гром, может быть, даже мой бы был бы. Но переходим к следующему голду. Так, мы продолжаем, пацаны. У нас голдик. Вот она, точечка. Я одел жигу. Просто этот гром меня задрал, но жига для него. Не знаю даже, что как. Этот гром просто, понимаете, он меня лупит. Он меня чисто лупит. О, вот он. Падай в ямку. Вот давайте сейчас всех посливаем, которые просто будут мешать. Которые лалочки последние. Ну да, я не беру. Переходим к следующему голду. Так, пацаны, мы продолжаем. У нас голдик, точечка. Вот она, точечка найдена. Ну тихо, ну зачем? Ну, ты дурачок, что ли, чувачок? О. Палит. Битва закончилась. Вот лол. Переходим к следующему голду. Пацаны, мы... О! Двойная! Прикиньте, я только зашел в битву. Только зашел. И двойная сирена. Ёкерный балет. Просто X10 вроде чувствуется. Только зашел в битву, уже вот. Двойная сирена. Прям, ну, только-только зашел. Вот, посмотрите на него. И что? И как это понимать? Нормально? Отлично, просто отлично. Мрази вы тупые все. Они не понимают, что мы переходим к следующему голду. Так, мы продолжаем, у нас голдик. Ой. Бьются. А, все, нашел я голдик. Так, смотрите, пацаны. Сорян за бомбеж. И не думайте то, что... Вот... Все, я... Опять Никита сливает. Господи, он меня уже второй раз сливает. Никита этот. Видите, да? Второй раз на голде ливает Никита. Просто какой же мразота. Просто мразота. Ну просто. Я ненавижу таких людей, которые вот... Он читер. Он 6 голдов подряд взял. Переходим к следующему голду. Так, мы все продолжаем. У нас голдик на трубе, и вон из жалобы отправлена. Да потому что эта мразь, она... Смотрите, вот сейчас будет лива, и она возьмет. Он возьмет. Она, мразь эта тупая. Тихо, брат, ну не ливай. Ну, вы ж... Вот, мне сейчас посмотрите, как страшно. Ну вот сейчас они ж начнут ливать, и все. Ну зачем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, господи помилуй. И как вот, вот на том канале мне писали, типа, то, что я, типа, ну, типа, бомблю то, что меня убивают, а на самом деле я тоже их убиваю. Где я их убиваю? Переходим к следующему голду. Так, все, у нас следующий голдик просто не проходит, и вот, это будет последний. О, два! Ого! Да ладно! Я в полуминус упал. Я и встать с него не смогу. Просто. Посмотрите, он бьет меня. Он меня опять убил. Я не знаю, я просто не понимаю. Ну что за Никита? Что за мразь такая? Господи, помилуй. Смотри, сейчас залезет. Ну-ну-ну-ну-ну! Давай-давай-давай-давай! Господи, как не взял. Просто. Окей. Все. Вот на этом моя ЗЛП первая заканчивается. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока-пока. А, нет, не пока. Ну да, пока.